Кузнецов 88. Да, 0,4,18. ТРЦ «Москва» сегодня закрыли раньше обычного, вместо 5 вечера в 14:30. Вот мы пообщались с некоторыми из работников, они сказали, что по громкой связи в торговом центре им объявили то, что сегодня рабочий день закончен, и всех попросили выйти якобы по техническим причинам. Ну вот вы можете сейчас посмотреть, что здесь работники не торопятся расходиться. Вся территория охвачена ОМОНом. Естественно, на территорию туда уже к торговому центру никого не пускают. Здесь очень много полиции. Вот можно, смотрите, посмотрите, прям ОМОН стоит стеной. Очень много прессы, естественно, тоже, и никого не пускают на территорию. Но все же мы призываем к спокойствию, и потому что сейчас вся вот эта вот ситуация находится под контролем у полиции. Ну и все-таки нужно просто успокоиться. Вот это все происходит здесь после вчерашнего инцидента, после того, что случилось здесь вчера. Ну, к слову сказать, то, что работники... Нарушаем общественный порядок, расход. Я еще раз повторяю, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Я повторяю третий раз, не нарушаем общественный порядок, расходим. Я не уполномочен отвечать на вопрос. Слушай, я хочу сказать, люди, которые стоят здесь, для этого есть пресс-служба УВД. Я не могу ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пушкин, я говорю, мы требуем, да, прокуратуру этого округа. Мы заявляем о том, что убили человека. Законным путем должны они наказаны судом. И больше ничего не требуем. Все. Сейчас никого не убили на самом деле. А? Никого не убили. Как не убили? По официальной пусть информации МВД никого не убили. Пусть нам докажет. Мы здесь никто не будет. Здесь все законным путем хотим. Все, больше ничего не надо. Ana kadını gamsana diyor gamsana. Kedi de gamsana. Gamsana gamsana. Граждане, я прошу разойтись. Все собираются. Вот у нас есть видео. Показываю всем. Подходим, смотрим. Спокойно. Подожди, ты. Спокойно. Спокойно. Значит, это видео снимал официальный представитель посольства Таджикистан. Посол официально сегодня. Вот видео. Кто кричит? Тихо. Кто старший, смотрите. Сегодня 28 сентября. Можем, можем. Это
хап, 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 что все в порядке, жив здоров. Да, это официально нам показывает. Смотри, что вот забили его человеку. Вы смотрите. Одну минуточку, как вам. Причины объясните все. Зачем вы это показываете? Что за балаган? Все взрослые люди собрались. Тихо, тихо, успокойтесь, успокойтесь. Смотрите. Доктор официально, да? Вот многие из вас собрались, потому что вас позвал Караман Шарипов, да? Караман Шарипов, у вас же есть видеозапись. Он ночью ездил, в больнице. Доктор сказал, следов побоев нет, ничего нет. Утром мне... Представитель, мы его признаем. Да, смотрите, дальше. Утром мне позвонил посол Саторов, Имамудин Мирзоевич. Сказал, можно ли наш представитель приедет в больницу? Никаких проблем. Представитель официальной власти, да, Республики Таджикистан, приехал в больницу. И ему человек, который лежит в больнице, сказал, все хорошо, как еще? Я не был хорошо в больнице. Да. Я... Еще вопрос. Это... Вчера забрали 120 человек автобус на Кузьминке отделение. Почему не пускать их? А это вопрос. Это вопрос к МВД. Да. Зачем вы меня спрашиваете? Это пускай, значит, ребята, все можно? Я президент Федерации иммигрантов России. Вот, это как бы организация. То есть, если есть какие-то вопросы, я работаю с диаспорами, я работаю с посольствами. Нам, по крайней мере, нужны те люди, которые незаконно поднимали руки на простых работяг, которые они получают патент и работают, да, за такое основание, чтобы они выдали их своим успокоились. Это первый вчера. И вторых, три человека, которые были избиты. Кто из них живой, кто из них не живой. И вы один показываете. Все. А и здесь народ, собрался. Даем слово. И здесь никакой кипиш не будет. Здесь никакой кипиш не будет. Все будут законно соблюдать. Что же мы хотим закон? Я понял. Хорошо. Мы будем, вот здесь стоят, естественно, хором стоят, толпой не будем стоять. Так, так, так. Еще бы, на наш как вчерашний, не надо так, мы будем. Вы покажите нам, те люди, которые были виновны, заберите их. Мы все спокойно, мы ушли домой. Я понял, хорошо, смотрите, вот я приехал там вчера в 9 вечера. Позвонили, сказали, вот есть такой конфликт, я приехал, уже в принципе никого не было, да, уже всех забрали. Основную массу людей, которых забрали, почти всех уже отпустили. Вы знаете прекрасно, там, не да? всех отпустить. Нет, почти всех, я же говорю, почти. Ну, людей проверяют, ну, такое большое количество, надо по базе пробить, вы понимаете прекрасно, как это работает. Дальше, вы говорите про троих пострадавших. Мне вчера сказали про одного. Если есть еще двое, дайте мне фамилии, имена, мы будем разбираться. Кто эти люди, да? Давайте мы сделаем какие вопросы. Вот человек успели, вот, ногу, руку. Это вчера тоже было? Да, вот это, который парень болеет. Где он сейчас? Они до бозорку мекают. Вот, тут же камеры, вот же журналисты. Если, где он сейчас? Я же говорю, хорошо, где он сейчас? Он сейчас на больнице. Хотя народ, те люди, которые избили наших земляков, да, он не чуждо, потому что мы все земляки, хотят они, народ, узнать, где они, где эти люди, пусть показывают. У вас фамилия, имена есть? Давайте, вот здесь все руководство. И меня найдите. Мы можем, да, с кем говорить? Нет, понимаете, он имеет в виду тех, которые охранники якобы, да, избили. Он спрашивает охранника, где они сейчас, вот, на данный момент, где они находятся. А про парней, которые вот пострадали, мы их не знаем где. Один в больнице лежит, говорят, вот тут один человек только что со мной разговаривал, я его не знаю, кто он такой. Он в обычной форме, да, то есть в гражданской форме. Он мне говорит, откуда ты знаешь, что лично его убили? Держи. Так, Александр, прям уйди. Ребят, видите этого человека? Что значит уйди, я не понял. Это значит, одну минуточку, почему? Значит, смотрите, я сейчас был в больнице, разговаривал. Да. Он жив. Ну, слава Богу. Он жив, все с ним нормально.
Вот сейчас не нужны никакие мероприятия, которые вы собираете. Послушай меня. Вот мы уже смотрели, мы только что видео смотрели. Вот все нормально с ним. Вот все нормально. Какая цель? Какая цель у тебя сейчас? Молодой человек. Вот сейчас решайте вопрос спокойно. Давайте, просто чуть сюда подвиньтесь. Спокойно. Все спокойно. Можно я скажу? Я журналист. У меня вопрос. Здравствуйте. Я вас прекрасно знаю. Вот товарища его не знаю. Да, и я тоже. Вот очень хорошо. По одному. Главное спокойно. Можно? Да, мы спокойно. Вот это преступление не первый раз, второй раз. Вот Шарон по имени, он еврей. Вот тут работает администратор, у него 502 машина. Он еще несколько год назад здесь армяна убил, вот прямо возле кафе. То есть именно он? Именно он. Это вот еще в прошлом снимаем, году был. Все снимаем. Человека убили, на свалку бросили. Это я своими глазами видел. То есть ты должен глаза. Дать показания. Давайте конечно. Сейчас пойдем, напишем заявление, заведем уголовное дело. Здравствуйте, это я не первый раз, не второй раз. Я несколько раз, вот 51-м отделении, вот Краснодар, несколько раз я там был, я хотел заявить. Полномочники говорят, что мы не примем ваши заявления, потому что наши начальник отделения продано. Я же. Да как его собственная жена. То есть, получается, что... Хорошо. Вы готовы написать заявление, правильно? Конечно. Вот, телефон ваш скажите, пожалуйста. Мы заявление у вас примем, зарегистрируем, будет заниматься ГСУ. 985. Не-не-не, пожалуйста, все снимаем. Вот, самое главное, сейчас спокойствие. 812. Так? 53-44. Исход. Человек, который постоянно ваши права защищает. И все, соответственно, исход. Вот, я обещаю, тем вас всех собираем. Вот, пожалуйста, завтра позвоним. Лично завтра позвоним. Мы встретимся. Самое главное, чтобы вы собирались по отдельности. Мы вот это самое тем более, человек. Я лично буду заниматься. Конечно. Мои контакты. Вот. Есть у всех. Вот все вы... слышали? Вот я готов все... повторить. Завтра вот. Я звоню из Хоку. Завтра. Вот. Мы встречаемся, можете приходить, но просто большую тусовку не создавать. Ну, он формирует, пишет заявление, мы это заявление оформляем, даем ему полный ход в правоохранительных органах. Я лично буду это дело курировать. Я член общественного совета ГУВД по Москве. Очень хорошо. Вот. Все. Скажите, пожалуйста. Что вот сейчас мы со второй хотим. Вопрос есть. Люди здесь собрались не по поводу вот данного случая. Вы откуда, прошу прощения? Я журналист, я телеканал 360. Ваши 4 раза взяли комментарий. Давайте хватит. Именно по поводу данного случая. Они здесь сейчас говорят, задают вопрос всем хором, что будет с теми людьми, которые именно побили человека, который... Я же спрашиваю. Я говорю... Сейчас. Хорошо. Кто сейчас может ответить на это? Я говорю, смотрите, я говорю, какие фамилии. Давайте, надо разбираться. Понимаете? Хорошо. Я приехал вчера, как говорят, один потерпевший, вот к нему приехал, собираемся, с ним все хорошо. Да. Давай. Можно один вопрос? Буквально до четырёх. Не отпустили никого. Да тут ничего не решается просто. Никого не отпустили посредственно. Спокойно. Самое главное сейчас спокойствие. От того, что мы будем сейчас агрессивно, мы не решим вопрос. Нам самое главное узнать, кто это сделал, и виновный должен понести наказание. Правильно? Правильно. А на территории Российской Федерации? Абсолютно верно. Конечно. Да. На какой основании человека не имеет закон ничего? Уборщик и убийца. Закон Федерации раздавал для всех. А зачем? Почему? Не зависит от него. Положение у себя России для всех одинаково. Конечно. Ты прав, никаких вопросов нет. Если год мне семье держать, у меня документы не было, кредит отдельный. На какое основание? Надо спокойно сейчас себя вести. Самое главное. Я лавда песня тому. Я лавда песня. Почему делать так? Мы же не люди еще. Да все правильно. Мы люди же. Успокойся. Скажи ему, объясняйте, что это ваше место. Я рад, что это все. Ребята, расходим. Тихо, тихо.
руки бьет! Зачем бьет вообще? Зачем? Говори, не надо было. Ты пароли. На безопасное расстояние отходим, отойдите, отходим, да, все. Да, да. А транспорт, отойдите, отойдите, отойдите на безопасное расстояние. Где вопрос? Девушка, видишь, как с меня? Они только могут. Самое главное. Пускай, пускай, пускай. По-хорошему, пускай. Пускай, пускай. Пускай, из автобуса. Пускай, пускай. Скажи. Самое важное. Да. Пускай, скажи. Послушай меня. Послушай меня. Вот сейчас успокаиваешься и ведешь себя спокойно. Мы сейчас будем разговаривать. Да, да, да. Вот просто спокойно. Да, отпусти наши люди. Хорошо. Если один вопрос, отпусти, только отпусти наши люди, и которые это наши человека убили, да? Все, смотри, все, все. Самое главное, спокойно, спокойно. Все, смотрите, люди, все. Эти убийцы, эти люди. Надо сейчас спокойствие. Самое главное. Эти убийцы, эти люди. Успокаивайтесь. Зачем тогда вот, смотри, зачем тогда ОМОН позовет, что люди сейчас? Мы сейчас нервы, ничего не успеем. Эй, люди, успокаивайтесь. Вы здесь главные? Вы здесь главные. Только что задержали наших людей, нашего гражданина, наших таджиков. Сейчас их отпустят, это во-первых. Все. Подожди, слушайте, я договорю, потом вы. Не нужно ставить условия. Если слов нет, нам не было. Потому что моего земляка убили. Слушай, не убили моего земляка. Убили, как не убили? Убили! Убили! Там прямо что? Мы не решили, говори. Вот именно. Наши сейчас отпустят.
И того, человек, который убил этого человека, ответит на все законно. По закону. Все, пусть все будет по закону. Как зовут тебя? Меня Баха звать. Александр. Вот именно. Хорошо. Вот. Со своими ребятами. Вот то, что они это делают, вот это успокаивает. То, что вот они сейчас это делают. Вот сейчас успокаивайся. Хорошо, вот то, что они это делают. Вот это сейчас самое главное и самое спокойное. Хорошо, понял? Вот, да, вот я... Самое главное, чтобы наши, у нас собирались. Условия такие, вот что все было по закону. Условий, по закону. По закону. Были, да, вот именно. Мы просим. По закону Российской Федерации. Вот. По закону. Без условий. Вот нельзя ставить условия. Согласен, вот, Баха? Правильно. Самое главное, никого сейчас... Всех ребят распускаем, и мы стараемся решить сотрудничество. Слушай, вот, они вот следят за порядком. Отпустят, если их отпустят, они успокоятся. Все, успокаивай, а мы сейчас будем разговаривать. Все, успокаивай. Вот смотри, видишь, ну вот что делается. Конечно, ты же пойми реакцию сотрудников. Это правильное сотрудничество. Это некрасиво. Нет. Сами подумайте, человека убили, бросили в мусорку. Как это понять? Больше 5 человек, это незаконные митинги. Если бы убили одного, я вам отвечаю за свои слова, одного русского человека, я помню, когда летчика вашего задержали у нас, не знаю за что, за незаконного там, не знаю, я реально не знаю, но я помню, я тогда маленький был, когда его посадили. Вы половину народа депортировали на родину. Это вот человека, убили человека, не то чтобы там его посадили, ладно бы посадили, но его убили. Понимаете? А вы вашего сотрудника, ваш сотрудник? Все ответят по закону. Вашего сотрудника, мы сейчас будем разговаривать. Пусть он ответит на своих. Я их успокою. Успокаивай своих ребят, а мы сейчас решаем здесь. Успокаивай. Хорошо, давай. За то, что его, просто за то, что его посадили. А тут человека убили, в мусорку бросили, а вы ходите с ОМОНами вашими? Кого вы пугаете? Посадите, да убейте нас. Нам ничего не страшно, честное слово. Мы их не боимся. Я им в лицо скажу, мы их не боимся, честное слово. Они тоже люди. Что они со мной могут сделать? Просто посадить? Да ну нахуй, пусть меня посадят. Меня посадят. Thank you.
Вам надо, чтобы ребята пустили. Да, да, вот все, пускай все только нормально, пускай, мы сейчас постараемся. Вы расходитесь. Идет ребята. Все, езжайте. Пускай автобусы, сколько народу есть. Вот сейчас мы идем решать. Самое главное – спокойствие. Все там на сайте, который... Спокойствие. Вот, все, видишь? Все. Они опять пришли. Вот, видишь? Скажи на скажи на него. Все, езжайте, больше здесь не останьте. Да. Скажи на него. Вот, сейчас вот пришел, вот так. Все, сейчас идем решать. Идем решать, успокаиваем всех своих ребят. Все, будьте спокойны. Вы спровоцировали. Все должны разойтись. Хорошо, решай, пожалуйста. Вам ценится? Шинаем на
Продолжение следует...